этот состав. Вот он. Вратарь Анастасия Ананьева, 29 номер. Далее 7 баллисток Краснодара. Татьяна Щербак в воротах под первым номером. 4 Даниэла Басаева. 5 Виктория Клочко. 7 Виктория Шкода. Состав участников матча. Ну и, скажем, пока была большая пауза, связанная с коронавирусом. Прошло даже 2 игры второго круга. И Краснодарки, и среднего, а может быть средняя скорость ветра. Но именно в этом... Баночка такого являлась. Дважды выходила в финал Кубка. Правда, ни разу так этот трофей не смогла завоевать. Ну, вот подбор за Краснодарками. Вновь от Яны Чуб. Подача, удар по воротам. Опасный момент. И вновь отчаянный бросок Татьяны Щербак в ноги. И Косарева. Удар угловой. А вот удар по воротам и удар в створ. Неплохая проникающая передача, прострел, удар и мяч в сетке. Вот идеальную практически атаку расчертили армейские девушки, воспользовавшись тем, что ветер немного стих. И посмотрим матч... повтор, хороший пас. Не заметил я, кто его сделал, ну а там метров 8 оставалось до ворот. Удар с левой ноги под перекладину. И у Татьяны Щербак шансов среагировать не было никаких. Но я скажу, что один забитый мяч под... Армейские футболисты блестяще его воплотили в гол. Причем состоялся он в тот момент, когда ветер немножко утих. И блестяще этим воспользовались футболистки столичной команды. И один еще был нанесен из-за пределов штрафной площади. А это опасно. Причем подает. Удар, и мяч влетает в сетку ворот. Вот ответ краснодарского капитана Яна Чуб. По-моему, ее обнимают. Вот подача от Органовой. И Чуб играет на опережение и бьет под перекладину. Шикарный удар. И без шансов для Анастасии Ананьевой, которая чуть-чуть выдвинулась вперед, но нельзя сказать, что потеряла позицию. И самому пойти в борьбу и сыграть в воздухе. Предыдущий получился результативным. И опять неплохо. Удар! Перекладина на этот раз спасает ЦСКА от пропущенного мяча. Выиграли эту борьбу. Куда же побежала? И Клочко. И вот он, второй мяч, который очень похож на тот, после которого краснодарки открыли счет. Второй мяч, который забивает ЦСКА. Номер. Сыграла на опережение и в самый угол ворот мяч отправила. Да, Ольга Чернова. Классный удар. Ну а Татьяне Щербак все равно досталось за эту ошибку. Не сразу она пропустила, так после углового. Непонятно. Армейцы. Снова хороший, очень хороший навес. Удар по воротам и... Подача, удар. Это было очень опасно. ЦСКА в атаке. Как было опасно сейчас. Но... Будет удар по воротам. Да, удар ногами отражает мяч Татьяна Щербак. Всего одну ошибку она допустила. Армейская команда и забила победный мяч. А так очень хороший матч Татьяна провела. Листок финальный, который означает, что ЦСКА сегодня оказался хоть немного, но сильнее. 2-1 с таким счетом. Армейская команда одерживает победу и выходит в полуфинал. Но мы благодарим обе команды за то, как они сражались, за красивые голы, которые нам сегодня подарили. Смотрите женский футбол. Это интересный вид спорта. А я с вами прощаюсь. Репортаж для вас провел Денис Данильченко. До новых встреч.